Почти на протяжении года студенты и преподаватели были разделены так, как никогда прежде. Мы получали знания, но этот процесс не был таким живым и эмоционально наполненным, как раньше. Как прекрасно, что накануне весны мы вновь можем лично встретиться с преподавателями, получить их драгоценные советы и поддержку. Особенно хочется поблагодарить наших дорогих преподавателей-женщин. Добрый день, дорогие студенты! Сегодня у нас праздничный день, поэтому сегодня тема занятий у нас будет легкой. Воздействие автотранспорта на окружающую среду. Открываем тетради, записываем. Наталья Васильевна, мы вас очень любим, скучаем по вам, ждем вашего возвращения. С праздником вас! Наши дорогие и любимые дамы, пусть то, что вы делаете с видимой окружающим любовью, дарит вам любовь взамен. Спасибо, что делаете нас лучше. Спасибо за то, что вкладываете в свою профессию душу и видите хорошее там, где не видим мы. Спасибо, что подаете пример искренности, заботы и стремления к познанию. Спасибо, что делитесь не только своим профессиональным, но и богатым жизненным опытом, помогая понять нам простые, но очень важные жизненные уроки. Будьте такими же яркими, наполненными не только внешней, но и внутренней красотой и счастливыми. Нам так нравится, когда вы улыбаетесь. С любовью, трепетом и вниманием, студенты и АИС ВолгаТУ. Пообещай.